Будем готовить вот такой вкуснейший суп рамен. Итак, я отправила вот такой вот кусочек свинины отвариваться на бульончик. Буду ее я отваривать минут 40. Пеночку собираем. И параллельно поставила вариться яйца. Бульончик мы подсаливаем. Я добавляю столовую ложку соли. И продолжаем дальше его варить. Приготовление нам понадобится еще зеленый лучок, морковка, болгарский перец, баночка кукурузы и спагетти. Мы начинаем все это меленько-меленько нарезать. Вот такой вот соломочкой. Нарезаем морковочку. Все, нашу морковочку мы отправляем пока в тарелочку. Вот так вот. И приступаем к нарезанию болгарского перчика. Вот у меня 4 перчинки. Я его так соломочкой просто нарежу перчик. Все, наш перчик я тоже отправляю в тарелочку. И теперь мы приступаем к нарезанию зеленого лучка. Тоже его меленько-меленько нарезаем. Вот так вот. И наш лучок мы тоже отправляем в тарелочку. Все, вот так вот наша заготовка на этом заканчивается. Вот у нас морковка, лук. И болгарский перчик, все мы заготовили. Я достала наше мяско и нарежу его такими кубиками. Потому что мы потом будем в тарелочку отправлять его кубиками. И плюс я его заброшу обратно в бульон, и оно быстрее там уже доварится. Я отправляю мясико обратно на бульончик. И ему уже останется довариться буквально минут 15 уже. Отправляю сюда морковочку. Отправляю сюда болгарский перчик. Дальше мы добавляем баночку кукурузки. Всю-всю прям баночку. Провариваем еще буквально 5 минут. Добавляем такую вот приправу, 12 овощей, вот трав. Буквально чуть-чуть. Я отправляю сюда спагетти. Я их вот так напополам поломаю, чтобы они были не супер длинные. И отправляю сюда сразу. Все, спагетти нам осталось проварить 7 минут. И все. Наш суп готов. Будем насыпать его в тарелочки. И буквально за 2 минутки до окончания я забрасываю сюда зеленый лук. В принципе, зеленый лук можно бросать и уже в тарелочку вместе с яйцом. Можно и сразу в суп. Я бросаю в суп, потому что у меня будет это не единоразовая порция, а несколько раз. До следующего раза он уже завянет, поэтому я бросаю сразу его в суп. Но можно и свеженький прям в тарелочку. Такой вот невероятно вкусный суп рамен у нас получился. Добавляем сюда еще половинку яичка. Пробуйте, готовьте, это очень вкусно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока-пока.